Доброго дня! Я рада вас вітати на своєму каналі. Ну що, дівчата, я хочу з вами поділитися, скажімо так, своїм опитом. І ви знаєте, от на моєму каналі стартанув марафон. Ну, собственно, і продовжується марафон. Завтра середа, і завтра я жду ваших отчетів. Я хочу с вами, знаете, чем поделиться? Вот мы очень часто с вами, ну, есть такая категория людей, и я в том числе такой же была. Мне нужно вот прямо сейчас и прямо вот, чтобы был результат. Я вам хочу сказать, что когда я начала свой путь к стройности, а это началось с 3 сентября 2019 года, я вам хочу показать, как же я выглядела. Так, ну что, мои богини, едем мы сейчас в гости. Со мной одна из наших пчелок, зовут ее Инга. Сейчас мы едем на наш сабантуйчик небольшой. Я вам его покажу, надеюсь, вам понравится. Надеюсь, девочки мои согласятся поучаствовать в моей нелегкой блогерской судьбе. Я думаю, разницу вы заметили и уверена, что напишите, что это того стоит, девчата. Вот как меняется человек внешне, когда он немножечко включает свою зозулынку. Я анонсировала сегодняшнее видео о том, что минус 10 килограммов за месяц это возможно, это реально. И вы знаете, это не громкие слова. Когда я начинала свой путь к стройности, очень важно было изменить пищевую корзину. И вот, собственно, результат, а у меня был результат за месяц минус 10 килограммов. Как это получилось? И многие могут написать, что это невозможно, ты обманываешь. Очень мне нравится, когда пишут такие комментарии, как ты отрезала желудок, поэтому ты похудела. Вы знаете, можно отрезать все. Главное закрыть рот, и тогда будет результат. Ничего резать не надо. Но закрыть рот в каком плане? Не в плане, что ничего не есть, нет. Закрыть рот на всякий трэш, который нас с вами окружает. Вот как ни крути, нас с вами окружает трэш трэшаковый. Даже так бы я это назвала, потому что на самом деле те продукты, которые я ела до того, они меня не вели к улучшению своего здоровья, потому что вес стал под 140 килограмм, и не вели к той энергии, которая сейчас есть у меня. Так вот, по поводу 10 килограммов за месяц. Девчат, это возможно. Вот знаете, что для этого надо сделать? Я вам по секрету скажу. Расскажите по секрету всему свету. Это возможно. Что для этого нужно сделать? Ну, во-первых, нужно понять и осознать, что я все-таки хочу похудеть. Да? Я хочу похудеть не для мужа, не для того, чтобы кому-то понравиться. Я хочу похудеть исключительно для себя, потому что это мое здоровье. Я себе нравилась очень, я себе безумно нравилась в весе 140 килограмм, и не только себе, а и всем своим родным, близким и любимому мужчине. Но когда пришло понимание, что но так невозможно. Так невозможно, потому что лишний вес – это одышка, лишний вес – это диабет. Вот меня, кстати, очень испугало такой диагноз, который мне поставил эндокринолог – преддиабет. И вот, чтобы избавиться от первых 10 килограммов, да, вот я сейчас говорю такие цифры, говорю сейчас такие обозначения, что мне скажут, ты что, 10 килограмм за месяц, это вредно для здоровья. Конечно, это вредно для здоровья, когда ты стройнеешь без ума, да, то есть закрываешь свой рот, ничего не ешь, или ешь, пьешь одну воду, это будет неправильно. Когда меняется пищевая корзина и, собственно, в рационе появляются максимально правильные продукты, вот тогда и будет результат. И вот как я пришла, да, вот кто со мной наблюдает очень долгое время, те видели, что, ну, как я перерождалась, скажем так, да, вот видео, которое я вам сейчас показала, это тоже своего рода такое перерождение. Что изменилось? Я просто, девочки, вот поверьте, это очень все, настолько я сейчас говорю такую банальщину, что иногда я сама удивляюсь, почему я этого не понимала. Я просто исключила вредные продукты. Вот мне даже сейчас смешно говорить, что Лена, ты дожила до 50 лет уже почти, и ты как-то этого не могла понимать, да? Что исключив сахар, о чем я говорю в первую очередь, исключив хлебобулочные изделия, то есть булочки, хлеб, в самом начале очень важно убрать хлеб, хотя говорят, что вот не надо ничего, надо исключать, потому что организм должен немножечко перестроиться на правильные продукты. Исключив мою любимую газировку, вот когда сейчас я
рассказываю о том, что очень важен питьевой режим. И для меня питьевой режим был всегда и в большом весе. Но вода в воде рознь, да, то есть у меня в приоритете была всегда газировка, кока-кола, пепси-кола, лимонады. Это было то, чем я себя наполняла, скажем так, то есть это вот такая была вода. То есть убрать с рациона именно газировки, вот эти все воды, которые только, ну, содержат много сахара, во-первых, а во-вторых, очень задерживают жидкость. По поводу минеральной воды вы меня тоже как-то спрашивали, но минеральную воду я не люблю от слова совсем. Я научила себя за это время пить вместо вот трешаковых сладких вод всяких именно обычную простую воду. Но минеральная вода, она, кстати, очень хорошо помогает при запорах. Если вы страдаете этим, а в начале похудения это будет, вот как это не печально звучит, но это будет, потому что организм перестраивается, то выпив минеральную воду, вот мой диетолог рекомендует донат магния. Очень хорошая вода, я и маме покупала, у мамы тоже это работает на 100%. Потом еще есть поляна квасова, то есть вот такая минеральная вода, где есть вот минералы, да. Это очень помогает. Я ими не пользовалась, но есть опыт моей мамы, да. То есть у меня в приоритете обычно пью подогретую воду. Потом из продуктов, которые приведут к результату минус 10 килограммов, мы с вами вот только что проговорили, сахар, хлеб, напитки. Это, конечно же, все жареное, копченое, соленое. Опять я говорю банальщину, опять вы говорите, да я это все знаю. Девчат, в общем, очень важно в этом моменте это все не только знать, но и делать. Поэтому я в самом начале тоже исключила, да и сейчас вот копченое, оно даже уже поджелудочное, мне моя говорит, Лена, я тебе дякую, что ты не ешь вот всего-всего копченого, соленого, вот, ну, поверьте, поджелудочное вас отблагодарит, это 100%. Что еще ушло с моего рациона? С моего рациона ушли большое количество фруктов. То есть фрукты — это, понятно, глюкоза — это сахар. Собственно, к чему мы возвращаемся, к самому началу, что нужно исключить сахар. То есть фрукты и ягоды есть, но они уже есть в более дозированном размере, да? Уже в граммах, не в килограммах, а в граммах. И, конечно же, в самом начале я исключила полностью, вот, потому что у меня инсулинорезистентность, я исключила полностью виноград и полностью исключила банан. То есть это понятно, да, что и гликемический индекс высокий, и содержание сахара высокое, поэтому это тоже очень важно исключить. Какие у меня появились в моем рационе фрукты, это, конечно же, грейпфрут. Девочки, он такой вкусный, оказывается, я на него раньше не обращала внимания. У меня помело появилась, у меня появилась киви, потому что киви тоже очень полезно, но все должно быть дозировано. Вот очень важно, яблоки появились. Кстати, по поводу яблок хочу сказать, что очень классно, когда яблоко запеченное. Вот сырое яблоко, оно у меня вызывает такой дикий жор, что, как я говорю, держите меня семеро. Поэтому вот, если вам интересно, берите на вооружение. И прежде чем съесть яблоко я обычно ем в конце приема пищи. Когда мне, вот знаете, бывает, поешь и хочется иногда чего-то сладкого. Не всегда. Я понимаю, что если у меня максимально сбалансирована тарелка, то уже догнаться сладким мне практически не хочется. Но я нахожусь в климаксе, и иногда такие, знаете, организм мой говорит, дай мне сладкого. А в таком случае я просто запекаю яблоко в духовке или в микроволновке, чаще в микроволновке, потому что очень удобно. 3 минуты и готово. Очень помогает поставить вот эту сладенькую точечку именно запеченное яблоко. Поэтому, если вам это полезна будет информация, конечно же, пользуйтесь, это на самом деле круто. И, собственно, все. Девочки, похудеть на 10 килограмм за месяц с большого веса, да это, фу, я когда начала плюнула, у меня телефон зажегся. Неужели из-за того, что я плюнула? Поэтому, девчат, очень важно поменять пищевую корзину. И вот поверьте, давайте, возможно, я в очередной раз брошу вам вызов, попрошу вас ответить на слабо, а слабо ли тебе исключить сахар и хлеб?
хотя бы на недельку, да, вот напишите, если вам не слабо, напишите, не слабо, но только всю эту неделю придерживайтесь своего не слабо, и вы сразу же увидите результат. У меня в первую неделю и месяц минус 10, а в первую неделю у меня было минус 3 килограмма, вторая неделя еще минус 3 килограмма, нет, даже больше было, потому что в общей сложности за месяц у меня вышло минус 10. То есть эта схема работает, это рабочая схема, которой нужно придерживаться. Поэтому, девчат, я думаю, вы меня услышали, вы меня поняли. Для того, чтобы похудеть на 10 килограммов без ущерба для своего здоровья, потому что это не жир будет плавиться, это будет уходить вода. В свое время я вот потихоньку сдувалась, как воздушный шарик. То есть были щеки такие отечные, вот тут вот у меня шея, вы там в моих видео видели, что у меня шеи не было, у меня был подбородок и грудь. То есть вот это все, сейчас вы просто посмотрите, ну леблять, просто леблять. Девчат, поэтому вот очень я хочу, чтобы каждая из вас обратила на это внимание, поменяла свою пищевую корзину, и я уверена, что вы мне через время напишите: «Лена, как же ты была, зараза, такая права». Вот очень я хочу вот именно слово «зараза» от вас услышать именно в таком хорошем контексте, потому что, ну, это действительно работает. Поэтому похудеть на 10 килограмм за месяц – это реально, это возможно, стоит только изменить свою пищевую корзину. Если вам это видео было полезным, если вам несложно, поставьте лайк, нажмите колокольчик и, конечно же, поделитесь этим видео, потому что, девчата, столько еще незамотивированных тростиночек есть. Ай-яй-яй-яй-яй. Поэтому давайте мы будем друг друга мотивировать и вместе улучшать свое здоровье. Все, мои хорошие, завтра отчет. Я жду ваших отчетов в своем бесплатном мотивационном марафоне «Новая версия себя». Любі українці, я бажаю вам тихого, мирного дня. Всім людям на землі я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.